Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать в Казань. Баскетхолл матч номер 5 в серии Уникс. Локомотив Кубань стартует уже совсем скоро. 11 секунд на нападение. Барфорд уходит в лицевую. Классная передача. И Миллер опять 2 очка из-под кольца. Карвелл против Димитриевича. 11 секунд. Андерсон. Классная передача. Емченко легкие 2 из-под кольца. Много. Карвелл Андерсон. Ну, зону и накрывает его Рейнок. Гораздо лучше смотрится этот локомотив в нападении. Быстрым Джарен Рейнольдс колотит Барфорд. Заслон дура. Передача на Емченко. Емченко из-за дуги. Это первая половина имени Влада Емченко. Подалил, возможно, Рейнольдсу. Пытались в ногу мяч, чтобы попал, но нет. И в итоге быстрый прорыв. Барфорд колотит сверху и плюс 11. Димитриевич. Заслон. Емченко просто с ним, конечно, в защите. Джарен Рейнольдс. Сверхдальняя 3. Тюзинский делает передачу. Емченко просит заслон. Морис. Нур, какое движение. И танк одной рукой. Великолепный навес. Нено. Рейнольдс. Не стал угрожать Дали. Ну, посмотрите, что он делает. Джарен Рейнольдс. 2 очка. Окей, но это красиво. Мартюк Андерсон идет в центр, передача внутрь, и Патрик Миллер опять в трехсекундной зоне. 1-1. Нено 3, Димитриевич. И Уникс выходит вперед. Камбэк казанцев. Нено. Провалился классно, Лабери показал. И с фолом Секулич. И вот его на Куперцел. Воронцевич все-таки не освободил, но Найт идет под кольцо, не забивает. Воронцевич на подборе поднимает воздух Моррисон Дура и забивает с фолом. Дур, Миллер, Карвелл, Андерсон. Какая пятая трешка для него сегодня. Великолепную реализацию показывает Джарен Рейнольдс. Отвечает, что Рейнольдс не умеет на площадке. Против Андерсона 6 секунд. Идет Джарен давить. Есть подстраховка. Никого на Димитриевича. И он наказывает. Это плюс 4. И тайм-аут Александра Секулича. Карвеллу бросать не позволяют. А Кара Уайт. Барфорд. Есть трешечка. Есть трешечка, очень важная для Локомотива. Джейлон Барфорд. Дур внизу через Лабери не стал. Барфорд не попал. И Лабери снимает этот отскок. Фол номер 5 для Джейлона Барфорда. Маркос. Не попал. 2-1. А Куперцел со своей половины. О-о-о-о. Как это было близко. Но Уникс забирает 5-ю встречу этой серии и в шаге от попадания в финал.